Магнитогорский металл – лучший в России. Теперь это утверждение относится не только к продукции градообразующего предприятия, но и к музыкальной индустрии. Группа «Рабиес» стала лауреатом российской симфо- и опера-метал-премии, причем в одной из самых престижных номинаций – «Лучший вокал». Сейчас коллектив работает над новым альбомом и снимает очередной клип. С покорителями музыкального олимпа в стиле метал встретился наш корреспондент. Из тесной каморки под самой крышей на большие концертные площадки. Путь длиною в 6 лет. Из первого состава их оставалось двое. В 2009-м группа обрела второе рождение, а точнее возвращение. Такое название и получил их первый клип и главный хит в первом альбоме. Потом были выступления на крупных фестивалях «Торнадо» и «Уральский рубеж». Недавно концерт с успехом прошел в Санкт-Петербурге. И, конечно же, сейчас разрабатывается новый материал. Хотим немножко уйти от того, что у нас было, попытаться что-то синтезировать, привнести новое в наш стиль. Вот уже 3 года они не просто группа, а как будто семья. К таким родственным связям здесь относятся ревностно. К примеру, когда гитарист Александр решил жениться, на долю его суженой выпало непростое испытание. Понравиться пришлось не только родителям. Ну потом, когда они увидели, уже познакомились с моей невестой, изменили решение, ну как бы все поддержались. То есть, ну не знаю, как-то так все вот получилось, что свадьбы, в общем, все были рады. И не возникло вопроса с приглашенными музыкантами. Каверы на хиты Бон Джови и Ани Лорак привели в восторг гостей Тамаду, которая предложила ребятам устроить общий бизнес, играть на свадьбах. От последнего группа отказывается категорически. Пусть репетициям удается уделять немного времени. Школьный учитель, компьютерщик, продавец стройматериалов, педагог по вокалу. Они собираются вместе едва ли не каждый вечер. И, конечно же, надеются, что однажды от музыки в их колонках будет не только осыпаться штукатурка на потолке, но и раскачиваться целое море фанатов где-нибудь в Олимпийском. Игорь Балонин, Дмитрий Титов, Вести Магнитогорск.